Ребята, мой кофе замерз. Вы представляете, мой эликсирчик? Видите, что творится, а? У Линча есть такая серия в Twin Peaks, где кофе вот так вот застыло, она переворачивает чашку, а кофе не выливается. Ну, минус 7, ребятки. Это летом. Оставил кофеек. Вернулся кофеек. У тебя, как говорится, свеженький тебя ждет. А тут все замерзло. Ладно, почистились. Сейчас, может, что еще сделаем хорошего. На сигналку ставить не буду. Ну, стой, стой, моя ракета. В общем, что происходит сейчас? Ну, я занят, так сказать, форматированием своего канала. И я снимаю видео. Я уже по играм очень много снял, но я их не выкладываю. Потому что тоже, опять же, все это подвергается форматированию. Вот. Наблюдаете вот такой московский заснеженный вечер. Вон там, видите, всполохи такие. Это самый нефтяной завод. Там пламя бушует. Его было видно у нас из окна, пока вон ту вот эту высотку построили. И факел перестал быть видно. Я очень обрадовался, когда мы вот сюда переехали. Вон там окно. И вот факел было видно. Я очень обрадовался этому. Мне было. Знаете, сколько мне было? 2001 год, весна. Мне было 14 лет, его упало. Но мое детство, оно окончилось как бы одновременно. И переезд, и по возрасту. То есть с 13 на 14 это оно заканчивается. Я тут, кстати, когда мы переехали, я тут один раз даже достал свою железную дорогу, разложил. Но что-то без особого энтузиазма. Запутался, короче, что происходит. А то, что происходит, в этом мы все должны разобраться именно сейчас. Сейчас пришло время разобраться в том, что происходит.